твоя машина? Ты научил. Документы посмотри. А вода это теплая. Иди купайся. Как летом вода? Да. Ну больше скупнись. Нет, спасибо. Мы сегодня на озере Буссе. Сейчас нажарим шашлычков, миска нажарим. Пойдем ракушечку пособираем, попробуем, может быть, гребешок будет. Все, вот. О, ты огонь там! Тоже пожарим, тоже поедим, свеженький прям. Посмотрим, что будет вообще. Друзья там отдыхают. Да у тебя оно уже горит. Нет. Да, сам посмотри. Там горело. Дети развлекаются. О, я знаю, как сюда. Шевелится! Живая камбала, да? А это уже не живая, уже без головы, видишь? Она без головы плавала. Без головы плавала. Миш. У меня без головы. Тухляк, а тухляк какой-то наловили. Где гребешок? О, видишь, шевелится вообще, да? Ну, трубач, смотри, какой он прям. Не гладенький. Есть гладкий? А есть не гладкий. На, съешь. А вот это съешь. Аля, мне нужны подписчики. Мне нужны просмотры, съешь его. Ты мне потом часть ставишь. Я это съел. Собака жрать просит. Я не могу, у меня вот сюда. Выгони его. Правильно. Ходит тут. Рубитапис. Сахалинский. Рубитапис сахалинский. Рубитапис. Что тут еще у нас есть? Ёжики. Ёжики. Читали? Заказывать? На каком сайте? Ёжики вот такие. Иди ко мне. Попробуй. Гребешка не вижу. А у него есть скидывал? Да, у тебя есть? А ты мне когда скидывал? Это устрица маленькая. Ну, а что она? Зачем вы ее взяли? Для красоты. Вот это? Да. Что здесь есть? Маленькая устричка. Держи маленькую устричку. Сейчас давай, мы сфотографируем. Давай, давай. Устричка. Собаки за еду дерутся. Вот он, нашел. О, это гребешок. Так, гребешок есть, устрица есть. Ежичек. Давай покрупнее ежичка возьмем. Что же? Скажут, на Сахалине какие-то мелкие ежики. Вот хороший. Так, ежик есть. Я на ежика нарвался, смотрю. Трубач, да? Давай трубача красивый. Ну вот, в общем. Натюрморт пришел? Натюрморт, да. Сейчас мы это сфотографировать. А, не, где камбалу? Оно, ну, поплыла куда-то. Так. А, вот еще. Как оно? Абилигус карбидус. Как? Рубитапис. 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 Блин. Ой. Пик. Что тут? Раскидываешься. Красиво. Красиво сейчас сделаем натюрморт такой. Здесь еще есть рыбы. И еще рыба есть. А как рыба называется, знаешь? Ой, один семейца. А как называется, знаешь? Не знаю. Камбала. Надо вот трубача на решетку положить и на мангал. Он вылезет. Он сам вылезет. Говорит, что будет вылезет. Даже пытать не надо. Ну, вот сейчас будем. Дим, дай телефон. Твой, мой. Ну, мой, конечно. Да. Бабочка. Кинул крылья. Не зря съездили, да? А покажи, что там у тебя? Ёжик. Ой-ой-ой, ты будешь его кушать? Не знаю, если он съедобный. Съедобный, конечно, это же ёж морской. Мы его сейчас разрежем, там будет икра внутри. Он что, такой плавал? Ну да, такой плавает. А что тут у нас Дмитрий готовит? Насобирал гребешка, находил. Расскажите, где вы достали гребешка? Достал.
лапками шевелит. Он не, иногда шевелит мне. Видно, он их немного раскрывает. Сейчас будем кушать ежечка. Мама, здесь икра! Икра! Ой, как вкусно выглядит. Еще вкуснее. Это ешь, еще вкуснее будет. Где покажешь? Ракушки? Это трубач. Трубача будешь кушать? Да. Сырого? Да. Нет? Скажи, что вкусно. Гребешок в беконе? Невкусно, не пробуйте. Чего вы с такими грустными минами? Это она себе накладывает. Она себе накладывает? Конечно. Давайте себе наложу, конечно. Она выбирает. Нет, ты можешь нам даже не оставлять. Ам? Руки мыл? Руки мыл? Как его не зажарил? Не, он, кстати, хороший прям, даже не жарит. Сверху нормально, это подогрев. Да. Очень вкусно. Надо, если жарить, надо будет еще подогревать. Мягкий холод. Вообще есть что жарить? Да, еще мясо даже. Еще мясо даже. Там еще мясо, да. Да, это уже. Обалденно. Вот. Вот Алевтина Николаевна готовила. Да, у меня тут целая они, команда помощников. Целым семейством. Одна готовила, второй жарил. А дети помогали. А я оператором была. Да. Что, дети собирают. Собаки. Мы просто... Как живут у нас? Ну, как едят собаки? Просто на Сахалине зажрались. У нас даже собаки гребешок не едят. Сидели. Не дают. Не дают. Сиди дома. Лежать, говорю. А у нас там ты что, проглотила? Ну ты бы хоть жевала, а? Деликатес все-таки. Сейчас он нагреется, вода внутри закипит, и он оттуда повылазит. Тут же сварится. По идее. В теории. Идея была такая, но это не точно. Об этом нас не предупреждали, что они стреляют. Связи нету, да? Сука, под стульчиком. Что-то будет. И тут Ростик, кто у вас обкакался? Где обкакался? Надо будет зарезать. Надо будет вставить. Где? Не, реально, а что он стреляется? Изнутри-то парка. А, отстреливается, да? Он психует. Психует? Да. А вот это вот... Глаз его? Саша! Вот это вот хоботок. Как нам сказали умные люди, он кушает вот этим хоботком. Вот этим вот хоботочком. А может быть и не кушает. А может быть размножает. Совсем не Выковыриваем трубача. Вот такой вот. Сочный. Потом из него вырезаем такую штуку, которая галюны вызывает. Кто хочет галюны, можете не вырезать. Аккуратно.
достаем. Достаем. Уже на месте. Да, вот, вот эта штука вот. Штучку убираем, которую Галина называет. Обалденно. Да? Очень вкусно. Только там не вырезай. Сейчас погоняю ее гусей. Обалденно. Первачок. Сейчас мы найди все это белом белой жижи. Главное, чтобы нами вот это потом не слезало. Очень. Ага. Будем. Поймаем. Галюны не смертельные, так что не переживай. Чуть-чуть поглючит и все? Да. Ты не за рулем. Вот уже это будет весело. Нет, в смысле, галюнушку эту. А, галюнушку? Да. Свои очучения расскажешь. Правда, не все клюны вырезал. Я говорю, я не все вырезал там, поэтому наешь, да. Свой высок. Оно и так соленое, кстати. А что, вкусно? Не жестко. Не жестко, соленое, мягенькое. Вот, сейчас буду третью партию чистить. Вот столько шелухи получается. Горячий. Ракушка нагрелась. Горячая очень. Эту штуку надо брать обязательно. А, вот. Так, подержи, подержи. Иначе будет весело. Там вот есть, да? Ну, да, очень вкусно. Там очень вкусно. Вот так. Я вообще готов. Тут чуть-чуть сырой сейчас ел. Прям горячий. Сонечка, под ножку смотри. И вот сейчас мы все приводим. А угнать еще? Да, вон полно. Жарится? Можно еще одну положить, да? На большую душу. Да. Опять что-то пролила? Нет. Свифт. А ну что я душу? Свифт, да? Угу. Леш, свистни. Я занят. Вкусно. Будешь, Диман? Офигенно, прям сладкий-сладкий. Ну, говорю, я вот не понимаю. Кто будет гребешок? Сладкий, прям вкусный. Да, смотри, иди сюда. Дружище, иди сюда. Тут видео. Вот, давай, снимаем, снимаем, работаем, работаем. Ух ты ж, ешь мое. А что это так? Снимаешь? Нет. Ну, лимончиков везли. Будешь лимончик? Давай, трапез. А, весь галлюциген, что Лёшка выковырил? Да, это я сюда покрошил. Сюда покрошили мы? Как будто бы это, гребешок? Все, пробуем. Как ты говорил, сладкий был? Он был сладкий, да. А по лицу ты не скажешь. С лимоном какой вкусный. Офигенно. Он, кстати, с лимоном немножко свернулся. Да. Он прям был мягкий, нежный. Да? Какая-то что-то как-то... Не, вкусно. Ты чё? Чё? Как-то не так-то. Не шарит он. Не местный просто, не сахалинец. Ну, дети кушают. Чё скривилась-то? Лимоном потом. А ты бы? Да. Ем. Он от лимона свернулся прям. С лимоном, да.
А был прям нежный-нежный, сладенький был. Но он с лимона, да. Он а лимон нельзя вот много, надо или лучше соевый соус. А он прям свернулся чуть-чуть. Мне наоборот. Да? Мне, так надо, мне тоже нравится. Надо нам, это что такое? Морские ежи. Сейчас будем их тоже кушать. Да, устрица маленькая. Тоже съедим сейчас. Попробуем. Присосались. Это икра морского ежа. Это готово. Это можно есть? Да, конечно, да, я ела. Да, быстрее. Да нет, это икра. Соленая. Кушай. Соленая? Фу, блин. Арин. Фу, это называется избалованные сахалинские дети. Мне нравится. Не свежий просто, да? Немножко. Двухчасовой. Двухчасовой, да. Так, ну что, открываем? Вообще, ты чё, детей как готовишь-то? К жизни. К жизни. Раскрыл. Оп. Вот так вот. А там красненький был. Синей. Икра не вылетит? Чуть-чуть вылетит. А почему там было ярко-красненькое, а здесь не ярко? Ну, он питается, видишь, по-своему. Питание всё. Тебе лимончика это? Зачем лимон? Зачем лимон? Нет? Полезно для щитовидки. Для щитовидки полезно. А вечером будем в Санкт-Петербург. Лёха, ёжик запитает. Ой, там. Колючки. Колючки. Иди ёжика пробуй. Вот. Иди, Рось, он вкусный. Такое ощущение, как будто бы сходили в японский суши-ресторан, да, сегодня все поели? Да. Вкусного, свежего. Дим, будешь ежа? Иди, тебе нужно, иди сюда. Тебе надо. Для тестостерона тебе надо. Чтоб у нас очередь была в туалет. Саш, иди еще ежа возьми. Иди, Сонечка, пойдем. Пойдем, малыш. Пойдем, ты самая отважная девочка в нашей компании. Давай, давай, вот это. Оп, вот бесстрашная, молодец. Я мотоциклист. Давай, Сань. Давай. Оба-на. Сейчас я отряхну. Оп. Молодец. Молодец. Иди, папа Ваня, тоже. Кушать, да я. Не, прикольно, вкусно. Давай. Очень вкусно. Очень вкусно и полезно. А еще Алексей Михайлович наловил устриц. Но так как все съели, огромные, прям большие, да? Килограмм полтора, да, самая большая была такая прям? Так, прям. Коллективно они ее чисто выпилили. Мясо. Чисто мясо, да. И осталось нам вот на запись только вот такая вот малышка. И вот лей, это вот... лей лимон. Это все надо есть? Да, выпивай прям, да. Прям все? Да, бро. Ой, это мой первый опыт. С этой, да? Привыкли девки все. Спереду. Спереду. Так, прям. Да. Да? Господи. Да. Ну, как-то ты не все слизнула. О. Ничего. Сопли. Сопли до сопли. Сопли до сопли. Ракушка, ракушка. Где Маед? Я не поняла. Маед где? Маед? Маед. За Маедом надо бежать. Писька. Вставай. Вставай, ты фото. Ариша, иди вставай с детками. Там где иди, здесь сфотографируй, потом туда пойдешь. Это туалет? Охранник раньше там сидел. Кто? Там дырка. Это японский храм. Все, поворачиваемся, Маша, мы улыбаемся. София. Ваня, Маша. Аккуратно, Соня. Что-то бросишь. Красавец. Красиво? Вот еще. Солнышко.
Это у нас СПГ пригородная. Танкер стоит на погрузку. Загружают газ и потом везут в азиатские страны. Большой такой танкер. Здесь пляж. Летом все отдыхают. Так вот, детки наши устают на природе. Что ты меня заблокировал? Потом дрыхнут. Я не заблокировал.